Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор от компании Стандарт ST0077 на 77 предметов. Стандарт — это фирма, недавно появилась на Украине, фирма из Харькова, но заводы по производству инструмента находятся в Китае и в Индии. Набор полупрофессиональный, то есть он предназначен для обслуживания, ремонта собственного автомобиля или для каких-то бытовых задач дома. Так, упаковка. Упаковка обычная, то есть, даже сказать, не тонкий картон. Что важно на упаковке, это комплектация набора: CRV, хромованадевая сталь и ISO 9001 стандарт, которому соответствует набор. В комплекте идет две трещотки, то есть два рабочих квадрата, квадрат 1,2 и квадрат 1,4. Трещотки на 48 зубьев. Рукоятки здесь комбинированные, черный цвет резина, синий пластик. Надпись «Стандарт» на металле есть, CRV, хромованадевая сталь. Трещотки разборные, можно разобрать, обслужить внутри механизм. Есть реверс и быстрый сброс головки. Длина трещотки. Длина трещотки под квадрат 1,2 составляет 260 мм. Трещотка под квадрат 1,4, длина ее 165 мм, также на 48 зубьев, реверс и быстрый сброс. Рукоятка комбинированная. Набор ключей шарнирных. Здесь их 4 штуки, размеры 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14, 15. Вот такой ключ. Ключи шарнирные. Надпись «Хромванади», «Хромванадевая сталь» и «Стандарт». Так, Т-образный вороток под квадрат 1,2, длина его 250 мм. Он также используется как удлинитель 250 мм, если снять переходник. Этот переходник можно использовать для перехода с квадрата 3/8 на 1/2. Еще один удлинитель под квадрат 1,2, 125 мм. Под квадрат 1,4, удлинитель 1, 75 мм. Так, свечная головка. Одна здесь 21 мм. Внутри имеется резиновая вставка для того, чтобы свеча не выпадала. Кардан. Два кардана под квадрат 1,4. Один кардан и под квадрат 1,2. Кардан скреплен металлической вставкой внутри. Наборы бит. Под квадрат 1,4 здесь два бокса с битами. Общее количество 21 штука. Есть крестовые, есть лицевые, биты торс и шестигранные. Также есть вот такой вот переходник для работы с шуруповертом. То есть одеваете или головку под квадрат 1,4, или есть вот такой вот переходник специальный для бит. То есть вставляете его сюда и одеваете биту нужную. Отверточные рукоятки в данном наборе нет. Поэтому эти биты применяются здесь или с трещоткой, или с Т-образным воротком под квадрат 1,4. То есть используются они с переходником. Вот переходник я уже показывал. Далее, головки. В наборе шестигранный профиль. Общее количество головок 22 штуки. Самая маленькая у нас 4 мм. И самая большая головка 32 мм. Вес головки 32 мм, 212 грамм. Головок торкс и головок длинных в этом наборе нет. Так, верхние крышки, набор комбинированных ключей. Общее количество 11 штук. Самый маленький ключ — это 7 мм. И самый большой ключ на 19. Ключи полностью гладкие, без насечек,
хром-ванадий, хром-ванадиевая сталь, надпись, и стандарт CRV, то есть тоже расшифровывается хром-ванадиевая сталь. Самый большой ключ это на 19. Набор Г-образных ключей шестигранных, общее количество 7 штук. И Т-образный вороток под квадрат 1,4, длина его 11 сантиметров. Так, в этом наборе я говорил, что нет головок длинных и нет головок торкс. Так, в принципе, по комплектации все вам рассказал. Теперь по самому кейсу. Кейс у нас цельнолитой, темно-синего цвета, то есть здесь нет зависы, он отлит как бы одно целое. Запирание набора на металлические защелки. Вот это плюс, как бы для полупрофессиональных наборов, конечно, это плюс. Как инструмент держится в верхней крышке. То есть здесь очень хорошо, даже с трудом он защелкивается, и это исключает выпадание его во время закрывания инструмента. Материал затопления это хром-ванадиевая сталь. Теперь по качеству литья инструмента. Все хорошо отполировано, как бы сколов, каких-то вмятин я не заметил на инструменте, то есть отполированный, имеется защитное покрытие матовое. То есть, как бы, полупрофессиональный набор, ну, как бы, все хорошо внутри. По опыту использования, пока что положительные отзывы покупателей, негативных пока у нас по нему не было. Ну, набор полупрофессиональный, то есть он не предназначен для СТО или для автосервиса, только для личного использования. Теперь по кейсу. Замки запираются, то есть плавно, без усилий, хорошо все. Вес набора составляет 6,8 кг. Ширина 39 см, длина 28,5 см, высота 8 см. Логотип стандартный верхней крышки. Имеется вот такой рисунок интересный на кейсе. Пластик продавливается пальцем, но пружинит хорошо. То есть средней жесткости. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. До свидания.